Друзья, всем привет, меня зовут Евгений, вы как всегда на канале «Попади в десятку». Сегодня на обзоре у нас PCP-винтовка от компании Ataman M20-647V 6,35 мм. Перед тем, как мы начнем, обязательно подпишись, поставь лайк и прокомментируй видео. Все эти простые действия нам помогут в развитии канала и делать больше клевых обзоров. Погнали! Интернет-магазин «Попади в десятку». Винтовка произведена компанией Ataman и относится к PCP-пневматике. Выстрел происходит благодаря сжатому воздуху, который находится под давлением в специальном резервуаре. Отслеживать уровень давления можно благодаря манометру, который находится на дульной части винтовки. В комплектацию товара входит один магазин барабанного типа на 8 патронов, который уже установлен вот здесь. Далее я наблюдаю один штуцер, небольшое количество шестигранников и, конечно же, сопровождающую документацию. Стреляет винтовка валанчиками пулями калибром 6,35 мм через нарезной ствол в одиночном режиме. Для воспроизведения выстрела винтовку необходимо взвести, и мы готовы к стрельбе. Предохранитель у данной модели, конечно же, есть, и он находится на левой части корпуса. Тыльник выполнен из резины, а корпус из металла. Ложи изготавливают из ореха. Такая комбинация дала вес нашей винтовки в районе 3 кг. На верхней части винтовки мы видим планку Viver 22 мм, куда можно и нужно устанавливать оптику, как это сделал я. Из особенностей выделяю наличие телескопического и по совместительству складного приклада. Также у данной модели есть пламя-гаситель. Длина данной модели 1030 мм, из которых 435 это длина ствола. Объем ресивера 160 кубических сантиметров. По заявлению производителя, скорость полета снаряда 285 метров в секунду. Для российских пользователей винтовка продается ослабленно с разрешенной мощностью в 3 джоуля, что полностью соответствует правилам Российской Федерации по свободной продаже или покупке данного товара. Проще говоря, для приобретения данной винтовки не понадобятся дополнительные документы, разрешение или регистрация в Росгвардии. Вот так просто прямо сейчас можно прийти к нам в магазин и сделать покупку. А еще проще это сделать онлайн. И раз уж мы заговорили про интернет-покупки, давай я расскажу тебе, где сделать это проще всего. Приобрести данный товар можно у нас на сайте, и сделать это просто. Вам нужно перейти в описание к видео, перейти по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. Ну что, дорогие друзья, наш обзор подходит к концу. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, их задавайте. А если у вас уже есть данный образец, поделитесь впечатлениями об использовании. С вами был Евгений. До скорых встреч!